Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а значит это 12-я серия моего прохождения игры Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами завершили чемпионат 80-х годов и проехали несколько гонок в заводском чемпионате Honda. Пришлось нам улучшить там интегру нашу, дабы нас не рвали. Вот. Ну и после этого благополучно мы завершили этот чемпионат. Ну, в этой серии мы с вами продолжим. Как я говорил в прошлой серии, переднеприводный чемпионат нам надо будет одолеть. Наверное, на этой интегре. Ну, сейчас мы посмотрим. И, ну, посмотрим. Может быть, прикупим машину для чемпионата легковесов. Lightweight. Так, ну, это будет потом. А сейчас давайте возьмем нашу интегрочку, которую мы заработали в прошлой серии. И немножечко ее прокачаем. Потому что в переднеприводном чемпионате там уже подзатюненные такие машины ездят. Там ограничения. У нас сейчас интегры 194 лошадки, а там ну, побольше. Там, по-моему, под 300. Сейчас мы ее так максимально, экономя ресурсы денежные, прокачаем. Самые первые стадии. Надо поднять ей мощность все-таки, ну и немножко на управляемость качнуть. Ну вот уже 239 лошадей и сейчас еще не, это все дорого, 75 тысяч, а по сути добавляет 30 лошадей всего. Так, вот уже почти 260. Ну и, наверное, все на этом. Так как она стала мощнее, будет максималка больше. Надо тормоза прокачать. Вот, и на управляемость. Так, ну, в принципе, наша интегра все равно почти все ресурсы наши сожрала. Ну что, отобьем сейчас как раз на ней. Проедемся. Два заезда в FF Challenge. Да, первые все-таки мы одолели. Да, на аккорде мы его проехали. Еще в самых там первых сериях. Midfield. Отличная трасса. Отличная машина. Вперед. Сейчас будем всех рвать. Так, снова оператор на парашюте спускается. Начинаем, смотрим, как мы относительно их. Ой, ну отлично. На равный даже, наверное, немножко помощнее. Что-то все равно перед первым поворотом немножко подтормаживаем. Блин, отличная трасса все-таки. Очень классно. Нравится мне. Довольно-таки. Скоростная трасса. И классно, что ее добавили в шестую часть Gran Turismo. Сколько я на ней накатал в шестерочке. Прям как только она вышла, я довольно часто и много на ней ездил. Прям очень был рад, что она вышла. Тем временем, в принципе, очень так своевременно качнули мы интеграчку. Без особых проблем пока. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Рвем.
А, да, так вот, я в предыдущей серии там говорил о пресс-конференции Sony на E3, ну и про Shenmue 3, там, про Kickstarter этот очень успешный начал говорить. То же самое, все прям воодушевлены были этим анонсом, фанаты прям там пищали от восторга, вот, но проблема опять же в том, с моей стороны, что я, в общем-то, не играл ни в первую, ни во вторую часть Shenmue, поэтому, ну, как бы, опять же, порадовался, конечно, за фанатов, за людей, которым это все приятно, приятной неожиданностью стало. Ну вот, было бы, конечно, неплохо, если бы под этот релиз, под третью часть, хотя понятно, что она еще не скоро выйдет, если они только Kickstarter объявили, они бы перевыпустили первую и вторую часть в HD, например. Ну, как они это сейчас делают, сейчас это популярно стало. Перевыпустили бы на, там, на третью, на четвертую Соньку, дабы приложиться, так скажем, к шедеврам прошлого. Так, ну, тем временем мы без особых хлопот одолели эту трассу, этот чемпионатик. Ну, следующее там будет посложнее, думаю, немного. Потому что там и потолок по лошадиным силам вырос. Так, новая машина. Ну, что ж там интересно за новая машина? Ну, скорее всего, опять какой-то передний привод. И, скорее всего, японский. Дадут. Коих у нас уже немало. Томс Т-111. Что бы это значило? А, ну, это Сильвия. Это Сильвия С-15, по сути. Только прокачанная ателье Томс. В общем, я думаю, мы ее продадим. Так, ну что же. Ой, Trail Mountain вообще отлично, шикарно просто. Прям с трассами нам везет. Я думаю, сейчас тоже особых хлопот не будет. Хотя здесь мы уже, считай, больше чем на 100 лошадей отстаем. Ну, правда, это от максимума. Конечно, не все штук под потолок заряжены. Равно. Вот, справа эклипсик, кстати. А нет, обознался. Извиняюсь, это Интегра. Но эклипс тоже классная машинка. Тоже очень мне нравится эта трасса. Вот первая связка, вот эта скоростная поворотов, перекладки эти слева направо, просто обалденная. Еще и с перепадом высот постоянно в подъем, вообще четко. Потом дальше вот эта медленная связка, в общем-то, идет тоже подряд. Так, это у нас кто-то прилюдик пинается. Смирись, смирись, парень, все, выезжаем. Прямая. Это, помню, в первой части, в американской версии, в аркаде именно. Здесь они трамплинов на этой прямой понаделали. В японской версии этого не было. Помню, опять же, с Лёхой мы тогда удивились, когда к нам попала в руки американская версия первой части игры. И мы такие в аркаде решили поездить и смотрим, ничего себе, какие-то трамплины такие абсолютно неадекватные на трассе появились. К счастью, в режиме карьеры ничего такого не было подобного. Ну, последняя, ну, шикана тоже классная, да, скоростная, можно резать, в принципе, ее. И вот эти вот связочки прямо левый, правый, левый на подъеме. А вот Интегра-то не тянет в горку, гляньте, даже сбросила скорость. Тянет наш сарайчик на колесах. Ничего, тем не менее, в
впереди мы довольно-таки неплохо. Так, на чем я там остановился? А, да, Shenmue, перевыпуск HD. Ну да, было бы неплохо. Было бы очень неплохо, если бы запилили они нам HD переиздание первых двух частей. Хотя, я думаю, скорее всего, оно и будет. Что до выхода Shenmue 3, я думаю, еще много времени пройдет. На Kickstarter они вот попросили 2 миллиона, но я думаю, это скорее... Я думаю, раз на конференции Sony, во-первых, это все анонсировали, я думаю, Sony все-таки в это дело вкладывается. Может быть, да, не всю сумму, а вот этот Kickstarter, он скорее был прощупыванием почвы. Ну, то есть, конечно, они и денежку собрали, немалую, как бы несколько миллионов, но и, во-первых, то, что очень быстро собрали они необходимую сумму и даже больше, это, то есть, им дало уверенность, что людям действительно нужна эта игра и, в принципе, можно смело ее разрабатывать. Даже там слухи появились, что вроде как это будет сразу дилогия, то есть третья, четвертая как бы части. Ну, посмотрим. Дай бог, чтобы они третью выпустили. И HD переиздание первых двух. Так, тем временем чемпионат переднеприводных машин у нас остался позади. Мы его одолели благополучно. Смотрим, что нам там еще за машину дали. Ну, опять прилюд Мьюген, опять передний привод. И опять Honda, надо сказать. Что-то прям Хондами засыпали нас. Я думаю, пора нам поизбавляться от, в общем, вот этих вот машин, которые нам, в общем-то, нигде не пригодятся. Да и как раз вот деньги сейчас вернем, отобьем. Мазду пока оставим. Цивик. Не-не-не, Цивик нам пригодится еще. Я сейчас так подумал. Так, вот это тоже продаем, потому что это никуда оно нам не идет. А вот Цивик-то нам пригодится, знаете где? В чемпионате компактов, компактных машин. Он у нас тоже компактненький. Будем, так сказать, следовать канону, хотя чемпионат Compact Cars, в принципе, можно участвовать на любой машине, лишь бы она походила по лошадиным силам, по ограничениям. Но не будем мухлевать, так скажем. Что-то тут, видать, разработчики не доработали немножко это дело. И, ну, то есть назвать назвали, а ограничения туда не влепили именно по габаритам машин. Не знаю почему, может, ресурсы не позволяли так мелко настраивать эти ограничения. Да. Не думаю, что это на самом деле сложно. А может, переусложнять не захотели. Так, ну смотрим, что у нас тут тапочки, чемпионат тапочков. Ух ты, а тапочки-то отрываются. Такие не слабенькие они, все равно боремся прям на равных. Даже, наверное, они, может, чуть-чуть помощнее, что ли, здесь. Кстати, трасса Рим, короткая версия тоже. В принципе, короткая версия на той короткой, что вот мы, в принципе, уже на обратной прямой находимся. Тут всего-то 5,5 поворотов на трассе. Так, ну что-то, блин, как-то они жужжат прямо на хвосте. Мне это не очень нравится. Ух ты, ты смотри какой, а. Ты какой наглый, а, жук. Ты куда поехал? А ну стой. И те прямо не прочь нас тоже обгонять. Прям настырно жужжать.
плотничком так едут. Это у нас Витц получается впереди. Ну что так наваливает? 180 в поворот. Так, сейчас главное, блин, осталось-то по сути два поворота. Сейчас главное, чтобы они на прямой. Нет, они на прямой не накатывают, кстати. За счет, в том числе, слепстримчика. Ух ты, вот наглец, а. Ах ты, жучара! А ну стоять! Сейчас попытаюсь его нагло выбить. Ты, блин, а. Ты смотри, какой наглец. Проскочил, а. Просто вопиюще. Что это там такое у нас? Vauxhall Corsa Sport. Блин. Так, где наши механики? Где наши механики? Что-то меня эти тапочки прямо достали. Нехорошо, очень нехорошо. Сейчас пойдем к нашим механикам, пускай они там подкрутят нам несколько болтов. Что-нибудь куда-нибудь добавят, вставят, чтобы поехать там быстрее. Опять сейчас по минимуму. Ну, лошадей не хватает. Блин. У нас такие тапочки уделывали. Плюс где-то ему еще немножечко не хватает поворачиваемости Civic. Он прям упирается. Недостаточная поворачиваемость в поворотах. А эти жуки, они прям влетали туда. Ввинчивались. Ну как он, блин, на последнем повороте, на предпоследнем, прям вклинился. Подлец. 210. Думаю, этого хватит. Ну и слики сейчас оденем еще. Не-не-не, суперсофт это для нас дорого. Медиум, думаю, самое то. И по цене, и по эффективности. Хотя, в принципе, можно было даже хард одеть. Ничего особо бы не изменилось. Так, первая стадия облегчения. Ух ты! А нету у него модификации гоночной. А, ну он же уже, в принципе, это, затюненный. Он с, в обвесах так-то у нас. Он же от... от Мьюгена. Мьюгеновский цивик-то. Угу. Так, ну чё, бойтесь. Тапки. Пришел самый главный. Король тапков. Тапок. Тапков. Да, кстати, морда у нашего цивика прям такая агрессивненькая. Старался. Во, это совсем другое дело. Со старта так резвенько ушли. Да, и в поворотах стало приятнее. Приятнее, скажем так. Но все равно с этими жучками надо держать руки на пульсе, того и гляди проскочат, что я как-то недооценил их первый раз. И кстати, вот по поводу недооценки то соперников, если вы помните еще с прохождения нашего первой части, там в первой части можно было просматривать соперников. То есть, ну, в каждую конкретную гонку заходишь, и там видно, помните, было каждую машину и ее технические параметры, по крайней мере, сколько лошадей,
наших соперников и сколько они весят. Ну и, соответственно, под это, под эти параметры как бы подстраиваться. А здесь же во второй части почему-то эту функцию убрали. Ну, дабы, наверное, немножко усложнить, конечно. Потому что ты толком... Да, появилось ограничение по лошадиным силам. Но, опять же, оно не везде, где-то есть свободный ход. Но конкретно ты не знаешь, то есть под потолок они там загружены, ну то есть под самый максимум ограничений, либо же как-то не совсем, плюс опять же там облегчен или нет. Если облегчен, то скорее всего и с подвеской у них работали. Ну, в общем, жалко, что вот убрали они это из второй части. Полезно было. Так, ну тем не менее, вот видите, прокачанный наш Цивик разобрался с этими недовесками. Так, это у нас первая трасса, да? Так, и даже машину дали, отлично. Вот если бы дали какой-нибудь легковесик бы, вообще было бы супер просто. Вот тогда сразу на нем бы и прошлись. Ну, скорее всего, тут компакт-кар какой-нибудь вот под этот же чемпионат. Сейчас посмотрим. Ух ты, Ярис! Точно! Угу. Ярис-то как раз это у нас 67 лошадей. Это как раз он пойдет у нас под чемпионат легковесов. Прям отлично. Вот это мне нравится. Там ограничения, у них меньше 100 даже лошадей как раз, а у этого 67. Слушайте, а может тогда и сейчас за две оставшиеся гонки еще что-нибудь нам дадут такого же плана, будет из чего выбрать. Так, это у нас, Сиэтл, короткая вариация, прямо. Где мы еще вот сможем так, допустим, по городу, несмотря на какие-то... Ух ты, нифига, чуть не развернули. Вот это, да, команда, блин. Блин, не вот сопротивляется. По городу вот пролупить. По встречке, несмотря ни на какие там знаки ограничения, в общем, неплохо. По Сиэтлу. Еще к тому же. А представляете его вот с современной графикой в шестой части. Было бы, наверное, вообще супер. Жалко, жалко, что не все трассы они все-таки переводят в следующее поколение. Что же тут упирается, а? Маковки. В отбойничек. Такой грязненький приемчик. Ничего. Пускай место знаю свое тоже. Как они вначале меня чуть не развернули. Не, прокачанный Цивик. Мне нравится. Как он себя на трассе видит. Опять же, реклама тут, 0 трассы, Акура, BP, Qualcomm. Тут, наверное, менялись технологиями, так скажем, то есть Audi там и прочие, ну, чья реклама вот на билбордах висит. Производители предоставляли лицензии на свои машины. А взамен на это вот в игре их тут даже рекламируют, в общем. Не только машины, но еще и вот по трассе реклама развешана. Тем временем мы без особых хлопот на прокачанном Цивике разобрались с очередным чемпионатом, с очередной трассой.
кстати, тут недавно искал в шестой части Гран-Туризма Марк 2 92-го года, ну, самурай который. И что-то искал, перерыл все, и так его и не нашел. Не увенчались успехом мои поиски. Был немного расстроен, так что не все машины перекочевали в шестую часть все-таки. Вот, жалко, жалко. Так, ну давайте сразу проедемся еще Автомринг и сразу туда посмотрим, что нам там за две машины, за эти две трассы выдадут. Автомринг, кстати, вот, несмотря что он вроде такой вот маленький, это довольно-таки трасса такая сложная, бросающая вызов. Что-то вы, ребята, как-то разогнались в первом повороте. А, ну здесь ограничения же, да, побольше стало. Ух ты, первая, это что, БМВшечка такая маленькая? А, нет. Что-то, или Пежоха? 106-я, что ли? Так я и не понял. Да, тут же, кстати, на выходных, на прошедших, очередной этап Формулы 1 был. Гран-при Великобритании. Ну, конечно, классная гонка выдалась. Прям на заглядение. Вильямсы молодцы. Со старта, конечно, рванули. Первую треть дистанции прям лидировали. Вообще у них как-то у Вильямсов 5, кстати, как и в прошлом году, вот с Австрии какой-то подъем наметился. В Австрии они вот третье место взяли. Почти на равных уже с Феррари сражались. А сейчас в Великобритании, как они, ну если не на равных с Мерседесом, то попытались им дать бой. И гораздо быстрее феррористов были. Вот. Правда, блин, начав так отлично гонку, опять, можно сказать, все профукали. Даже в итоге на подиум не попали. Ну, по крайней мере, вот они вчетвером на старте, два Вильямса и два Мерседеса, стали от всех остальных прям отрываться очень серьезно так. Вот. И показательно, конечно, молодцы Вильямсы. Я прям рад за них. Вот, ну и что там, так-то, конечно, Мерседесы были быстрее, но вот чисто на трассе не удалось, по крайней мере, Хэмилтону обойти за счет тактики, за счет пит-стопа прошил двух Вильямсов, а Росберг за счет пит-стопов этого повторить не смог, ну и пришлось ему довольно долго сидеть за Вильямсами. Вот. И потом, когда пошел дождь, конечно, всегда такие коррективы вносят в гонку классные. И в этих вот условиях, когда дождик стал накрапывать, недостаточно сильный для дождевой резины, и Росберг прям преобразился. Прошил два Вильямса, стал Хэмилтона догонять. Прям красавчик. Единственное, дождь потом усилился, и Хэмилтон, конечно, прям вовремя потом заехал на второй свой пит-стоп, меня призвали. Ну, собственно, на этом гонку-то и выиграл. Вот, Росбергу пришлось еще целый круг телепаться по мокрой трассе. И на этом, собственно, он гонку и проиграл. Хотя я считаю, что именно в этой гонке Росберг был, ну, как-то предпочтительнее, что ли. Вот. Так, ну тем не менее, на трассе мы одолели всех соперников, и Compact Championship остался позади. Так, ага, за предыдущую нам дали Clio, Реношку и Volkswagen Lupo. О, Lupo 73 лошадки, Yaris 67.
Да, лупа помощнее. Вот как удачно все вот здесь. Хорошо, что на одном чемпионате они вот здесь дают как бы машины для другого. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, не сглазить. Чтобы и дальше так было. Так, главная гонка, которая фри у нас, без лицензии, она у нас 147 аж лошадей. Надо, если честно, перестраховаться. То что-то пару раз было, так что недооценивал соперников. Опять же, к вопросу, что нельзя посмотреть, сколько мощность у наших оппонентов. Да где же Герм... А, вот оно. Volkswagen. Еще надо резину прикупить. Все-таки мы уже в гонках участвуем. Негоже на дорожной этой резине тут ехать. Пойдет минимум. Гоночные. Безрисуночные покрышки. Так, что у нас тут? Нет. Нет у нас тут чемпа для Volkswagen Lupo. Только Гольф и Жук. Не Битл. Так, ну что же. Сейчас посмотрим, на что способен наш легковесик. Опять Сиэтл. Короткий причем. Тапочки ревут, гоночные болиды, самые настоящие. Это вообще какой-то маленький джипик, Паджеро какой-то что ли, мини. Ну, в общем, сезон Формулы-1 у нас в самом разгаре. Это была девятая гонка, девятый этап Гран-при Великобритании. Ну и сейчас между двумя Мерседесами 17 очков. Ух ты, посмотри, какой наглый, а, жучара. Наглое второе счастье, да? Так вот, и... Ну, в общем, в этом году, хотя поначалу вроде не сказать было этого, что опять между двумя Мерседесами будет борьба, там, Феррари, в принципе, начала довольно сильно. Феттель там даже гоночку одну выиграл. Вот, да и потом, когда стало ясно, что Феррари все-таки не дотягивает, и Мерседес сильнее. В первой гонке же Хэмилтон выигрывал, а Росберг что-то так и не смог собраться, то ли после концовки того года, то ли еще что. Ну, в общем, первые четыре гонки как-то бледновато выступил, и прям начали закрадываться тревожные такие сомнения, а сможет ли, что может парня все-таки подломило то, что Хэмилтон стал чемпионом. Но потом взялся за ум, выиграл в Испании, причем так чисто, одну калитку, а Хэмилтон, да, вторым финишировал там в Испании, за Феттелем был долго. Ну, в Монако, конечно, победа несколько повезло Росбергу, пришла к нему неожиданно, но с другой стороны тоже как. Хэмилтон слишком там был зол, потом, как выяснилось, не на 100% там, собственно, и команда-то была виновата, то есть он там сам настаивал, в общем-то, на стопе тоже, полностью будучи уверенным, что Родберг-то тоже заедет, но вот нет, казалось, что и проиграл аж на третье место. Вот потом в Канаде какая-то непонятная гонка у Мерседесов была. Мне кажется, там Росберга
как-то сам приструнили. Сказали, ну, не обгонять Хэмилтона. Прикрыв это тактикой, что у них там перерасход топлива был, но по мне так просто Росберг был там быстрее, а его притормозили. Как бы отдав, вот, вернув победу за Монако Хэмилтону. Вот. Ну и в Австрии снова Росберг выиграл, сократил как бы до 10 очков отставания в чемпионате. Ну, в общем, борьба пойдет плотно, я думаю. Не так все плохо. О! А здесь вот опять дают. То есть в чемпионате тапочков, легковесов, в общем-то, дают легковес. Дымило. Угу. Кстати, вот Демио у нас вот на верхнюю гонку пойдет, наверное. Хотя посмотрим. Может быть и тот же Лупо. Так, что у нас? О, Таити. Таити, Таити. Прокатимся. На тропической трассе. Так, ребята, мы расступились. Пустите-ка лидера вперед. Ну, в общем, что я хочу сказать. Мне нравится пока вот как развиваются события. Несмотря на то, что опять гегемония Мерседеса. Да и нормально. Главное, чтобы разрешали бороться им между собой. Мерседесовцам. Ну и чтобы они не было доминирования кого-то одного. Я, в общем-то, так больше предпочтения Росбергу отдаю. Ну, потому что Хэмилтон, он и так уже, ну, двукратный чемпион. То есть, в том году он взял все-таки титул. Болею за Росберга в том плане, чтобы он был достойным соперником Хэмилтону и... Ну, не давал легкой жизни, что ли, Хэмилтон. Поначалу, опять же говорю, в этом сезоне как-то он не очень хорошо начал. Но в целом вот у них сейчас по победам 5-3. Так вот, сейчас, судя по, ну вот уже середина чемпионата, Росберг-то как-то по гонках прибавил, именно в гонках. Хотя вот в квалификации в этом году сливает, конечно. Со счетом 8-1. В прошлом году он, наоборот, в квалификациях-то выиграл у Хэмилтона. Что, в общем-то, было неожиданностью. Хэмилтон-то квалификационный боец классный. А сейчас вот как бы все вернулось на круги своя, и Хэмилтон, ну, в квалификациях просто лупит. Но зато в гонках, там, где, собственно, это важнее, Росберг дает ему бой. Не может не радовать, потому что, ну, что борьба продолжается. Там, говорит, не будет такой гегемонии, как была при Шумахере и доминировании Феррари. Тут они делают шоу. Молодцы. За это респект и уважуха, как говорится, руководству Мерседеса. Так, ну у нас тем временем Volkswagen наш оказался неплох, очень неплох. В горочку опять же таки не тянет. Не, ну правда, и скорость уже 120 на четвертый фактически. Уже максимум. Так, довольно легко и непринужденно вваливаем. Сузуки Альта, Митсубиши Миника. В основном все японцы, кроме меня. Ага. Так, сейчас надо думать, что же нам первую гонку кого послать. Сейчас посмотрим, что еще дали.
либо прокачать этого Лупу, либо сейчас посмотрим, в общем, как поступить. CRX уже был у нас, но только посвежее. Угу. Не. Не алё, машинка. Так, ладно, чё, прокачаем, наверное, Лупу. Он уже так хорошо себя проявил. Дадим ему шанс выиграть еще одну гонку. Сейчас посмотрим. Ну, по лошадкам его надо довольно серьезно прокачать. Там у нас 147 ограничения. Ну, сейчас в два раза слабее. Не хочу наступать на те же грабли. Как бы. Ну-ка, турбина есть. Нету. Ну, в общем, чтоб выиграть сразу с первого раза, надо немножко подравняться. Ой, а у него и здесь стадии нету. Так он слабенький совсем. Смысл эти три лошадиные силы за десятку брать? Вообще одна. Ой, что-то у него и добавляется-то. Что-то я прям расстроен. Денег вкинули. Так, сколько тут? 147 лошадей. Ой, а у нас 80. Не то. Не на ту лошадку, короче, я поставил. Давайте-ка возьмем старый добрый Демио. В первой части, помните, мы тоже катали на нем. На нем первая самая лицензия в первой части. Торможение. Во, вот здесь сразу вот. Так, 109 это у нас выхлоп нам дал. Ну и что тут? Дешевенький компьютер, вон уже 115, отлично. Перекачивать тоже не стоит. Ну вот. И по старой доброй традиции оденем, обуем в слики наш болид. Так. Главное, без лицензии. Мне что интересно, вот этот вот первый заезд, он написано, видели, фри. То есть лицензия вообще не нужна. И он, главное, самый такой, самый мощный по ограничению лошадиных сил. Ну, давай, демка, покажи себя с лучшей стороны. На что ты способен. Да, еще, как я мог забыть, опять возвращаясь к Формуле 1, про Квята ничего не сказал. Квят молодец, тоже, причем так же примерно как и Росберг, во второй половине чемпионата вот он начал набирать обороты. Поначалу же ему страшно не везло, постоянно какие-то проблемы, постоянно, то есть вката мало очень было из-за того, что на тренировках постоянно какие-то проблемы были. Причем именно на его долю все это выпадало. Рикьярдо, в общем-то, с такими глобальными проблемами не сталкивался. У Квята постоянно что-то, и что-то новое постоянно было. Вроде исправят там проблемы с энергетической установкой, бац, у него с тормозами проблемы. Потом бац, там, с выхлопной системой, с силовой установкой. Ну, в общем, разные проблемы были. И поэтому, конечно, первую часть чемпионата начало, ну, Рикьярдо слил, в общем-то. Но опять же, это объяснимо было. Сейчас вот как только проблемы, в общем-то, исчезли, первые гонки, он вообще 4-0 ему в квалификации проигрывал, и по очкам там, то есть он финишировал буквально там,
в одной гонке. Вот. А сейчас подряд буквально его громит в квалификациях. Сейчас у них счет уже 5-4, ребят его практически догнал. Да и по очкам вот в Великобритании. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ребята, ну-ка, где вы там есть? Накатывают, накатывают собаки. Ничего себе, как меня это... Блин. Так, тебя блочим. Фу, вот это да. Ничего себе. В тихом омуте, как говорится, да? Опасный, опасный очень момент был. Так, вроде все, сбросили их. С хвоста. Да. Нельзя расслабляться совсем ни на минуту. Вот. Ну, в общем, Квят молодец. По очкам сейчас его догоняет постепенно. В Великобритании шестым он финишировал. А, набрал много очков сразу. 8. И на Рикьярдо сошел. Так, никто этого не слышал. Объективный, все, надо все, что было в бою, доказывал он свою состоятельность. Молодец, нормально. Вот, так что у Квята, в принципе, тоже жизнь налаживается, молодец, пацан. Главное теперь остаться в Red Bull, чтобы его не выкинули после года. А такое, как ни прискорбно, может случиться. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Так, ну тем временем одолели мы чемпионат легковесов весь, смотрим, что нам дали. Ага, дали нам Honda Beat, ну Mugen Beat. Она нам, кстати говоря, понадобится, может пригодиться в чемпионате в заводском, хондовском. Там есть бит. Вот, ну ладно, на этом мы закончим данную серию. Сделали мы немало здесь, продвинулись не слабо. В следующей серии, естественно, мы продолжим. Ну а на этом попрощаемся с вами. С вами, как всегда, был Скудер. Комментируйте обязательно. Подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку внизу, зелененькая, и ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Ну, на этом все. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.